Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. У меня великолепнейшая новость для всех любителей режимов в нашей игре. До тех пор, пока я не завел свой YouTube канал, я не играл, честно говоря, плотно в какие-то режимы. Мне достаточно было обычных рандомных боев. Но когда я познакомился с этими режимами поближе, я понял, что там действительно можно не кисло повеселиться. Итак, ребят, целый месяц фана и веселья с 24 апреля по 22 мая. Ну а теперь кому надо, берем карандаши и бумагу и начинаем записывать. Ну а кому не надо, тот просто запоминайте. С 24 апреля по 1 мая и с 15 мая по 22 мая будет Mad Games. С 1 мая и по 8 мая нас ждет Big Boss. И с 8 мая по 15 мая мы будем играть в Гравитацию. Давайте еще раз для тех, кто не понял и немножко запутался, режимы будут чередоваться. Каждый режим будет длиться в течение недели. Сначала играем недельку в Mad Games, после Mad Games мы играем с вами в Big Boss недельку, после Big Boss мы поиграем с вами в Гравитацию и, завершив игры в Гравитации, мы вернемся назад в Mad Games для того, чтобы закрепить все наши успехи в данном режиме. Что касается меня, я лично считаю данные режимы не только фановыми, не только теми, которые могут предоставить вам кучу веселья и хорошего настроения, но еще и хорошей возможностью подзаработать себе опыта на тех машинах, которые вы пытаетесь прокачивать. Действительно, в режимах, как правило, можно зарабатывать как серебра, так и опыта, так и элитного опыта экипажа существенно больше, чем играя в обычных режимах, в обычных рандомных боях. Короче говоря, ребят, всем фана, всем веселья. Если вдруг вы еще не подписаны на канал, обязательно оформляйте подписку, ставьте лайки, пишите свое мнение, какие вам режимы нравятся больше всего. Ну и обязательно, ребят, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить все новые и новые видео на моем канале. Я стараюсь ради вас и надеюсь на вашу поддержку. Спасибо большое за внимание. Все в бой. Ну и с завтрашнего дня начинаем веселуху. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.